Так, ну что, ребята, всем приятного аппетита. Мы пока поговорим. Оскар, у тебя четверо детей. Расскажи, как тебе это удается? Ой, я тебе расскажу, это так просто. Смотри. Нет, ну подожди. Я не в том смысле. Как тебе удается справляться с ролью отца? И вообще, расскажи нам немножко о своих Оскаровичах. Ну, тяжело представить с таким отчеством, да, там, сантехником или слесарем. Да. Представь, там, Оскарович, а ну подай ключ на 12. Этот, Оскарович, долгани рубь до полочки. Оскарович у меня вообще... Зачетные. Пацаны, девчонки. У меня три пацана и девочка. Живу я с двумя пацанами и девочкой. Старший сын у меня живет с его мамой. Mm-hmm. Ну, от прошлого брака, что называется. Mm-hmm. Поэтому, наверное, я больше буду рассказывать. Ну, он в школу ходит уже. Он такой. Сколько ему лет? Ему уже почти 8 лет. Mm-hmm. Да. Увлекается теннисом. А пацаны младшие, средние и младшие, соответственно, они у меня играют в хоккей. Ну, а принцесса твоя одна? Ой, принцесса моя, это вообще... Как ее зовут? Отдельно. Алисия ее зовут. Да, она у меня артистка, по-моему, такая, знаешь. Ей 2 года, она разговаривает абсолютно как взрослый человек, и она прикалывается так, что я с ней угораю, честно. То есть это не... Я пытаюсь на нее поругаться. Невозможно. Не то, что невозможно. Вот представляешь, она там накосячила что-нибудь, да? Я говорю, Алиса, ну как тебе не стыдно? Ну что ты делаешь? Ой, что же я делал? Вот это что я делал?